Здравствуйте, с вами канал Дельфинчик. Хотите сегодня прикол? Сегодня я снимала знак, как видите, если вы не видели, тогда посмотрите, как я в бане снимала видео. Видели то, что я была в бане? Я планировала помыться. Нет, я планировала покушать там чуть-чуть, потом еще попариться, потом еще помыться с головой, пойти домой, поспать просто. Но при том, то, что папа уснул, сказал то, что Ире, ну, то, что Ире, сказал Ире, он сказал ей, включи бойлер. Ну, если ты не включишь бойлер, тогда он будет холодным. Холодная вода будет очень холодной. Короче, Ира забыла включить бойлер. Мы, короче, с мамой заходим так просто. Заходим, слышу, мама, вот мама сказала, то, что еще чуть-чуть это. Я водичку еще не настроила. Потом смотрит на бойлер, ну, на бойлер включен он или нет. Смотрит, а он выключен. И такая, и она такая. Пиздец. Это же ни слова нельзя говорить. И она такая.